среду тогда будет паронос Грулё и обычки. Вот, короче, Энза будет продавать ДС, ну, сразу же просто, ну. Чё, давайте Сто суманём. процентов. Суманём пацанов, блядь, алло. Шкаф тыкни, его ничего, у меня три осколка осталось на раскол. Там первую неделю, блядь, они будут стоить бешеных бамок. Но на первую неделю похуй. Мне надо на вторую будет уже покупать. Первую неделю все равно. Пока квесты, пока это, играю. Кого там вам Арепа. ТП? Еще и души, блядь, касали фармить, блядь. Да там на трэш репа фарм, блядь. Баночкой об этом угостить или это типа плохо? Просто есть, нет, на обмен кидать. А, да, есть? Тебе места по. Спасибо. Пожалуйста. Можно спотать фоску, пожалуйста. А чё, вы платите, вы даёте? Тогда я тоже... Еще камень сделаю. Нет. Хавай, серебу, не, делаем, давай, типа, пуляем уже по полу, и так дохуя, вот, чё тут мне помогать. Мы же банки все кончились с вами. Ужас какой. Да вы... Козлы. А чё, мы королей убиваем и расходимся? Да, на среду перенос установим. Фаску нам дадите, нет? Давайте с первого трая убьем, трай дадим на груле, блядь. Видите, я, блядь, алкашную, не знаю, что могу сказать. Да, уже не буду с БК, но... А тебе нужно будет 5000 душ. Я короля и собак, да? И собак, и короля. Да, вот собак. Войт собака, да. Я не собака. Ты сам сказал, войт собака. 5, 4, 3, 2, 1. Блять. Так вот там ехать все. Дебаф выносим. Там по хорошему поехали, по чуть-чуть, не сильно, смотрим за тучкенца, блядь. Прям вот бы хоть чек дали. Сука, нахуй. Ну чё, отходил? Да. Да, я в телефон залипал. Блядь, я опять пета забыл убрать. Ебаный рот. Собаки, блядь. Давай, май, огонь, гермич, азьман, прохил. Огонь не у меня. Стопнули, стопнули, не бьем крош. Слепоглаз забили. Крош опять открылся, по крошу поехали, да. Слепоглаз аккуратно. На пул дайте слепоглазу, блин. Не бейте пока, ждите. Ждите, блядь, говорю, не бейте пока. Каст молитвы, сбейте кто-нибудь койлом. Красава доля. Все, покрошу, поехали. Почуй, смотрим за игру. Жу бомба вынесли. Отойди, забери огонь. Будешь давать сейчас. В смысле, блядь. А, Ваня, забери огонь, давай. Давай, сыкру. Фенрир разбаунд. Ясно, уже не надо. Прохил быстрее. Стоп, бьем еще, бьем нормально, 5 секунд. Трепета. Все, стопнули, покроши, не бьем. Стопнули. Стопнули. Он открылся. Так, звезду надо убить срочно. Это в первую очередь. А, и бог, вот эту вот, и вот эту вот, и печеньку. Звезду и печеньку. Заберите звезду
Заберите собак остальных, пожалуйста, с РДД, ну убирай, убивает хилов, алло, блядь! Я мастер на тьму не смогу дать. Понял. Я жду не хватает. Звезду играйте. Заберите тьму, чтобы мастер дать. Активнее звезду, больше. Ловиться дай ким на ману. Давай. Дерибапните еще ману. Декурс. Декурс быстрее, блядь. Вес. Масса крудам. Фенрир резбаунд. Нажимайте оба. Нажимайте. Да, да в пизду нам. Одна за... собака не забанена была. Так нет, а, это две сейчас. Это она две было? Выборочно, блядь, убивает. Реально выборочно. Это две было собаки, не сколько вот сейчас стояло? Две, да. Мы две убили, две осталось. А вас не беспокоит то, что нас немножко убило, блядь, еще и от короля? Что от короля? Что от короля? Нас кипящая кровь убила от короля. Ну да, кстати, 9200 урона. Ну так как бы ебанство танковать танков. Ну, жертвоприношение, и короля, 23 тысячи. Ну, ну и король, он 9, по 9000 ебанул мельком. Ну соседа я не вижу, у него только жертвоприношение, кто еще там сдох? Ну, соседа порчу убило вообще. Там же это приносит. Меня вот это убило. Ну, 8 метров, ты там в босса забежал или что? Король Малгор. Ну, ты в него забежал прямо. Собаки на нём. Все, тихо, пожалуйста, тихо. Хорошо, все, сейчас по-другому сделаем. 3000 кипящих. По тебе 3, по кому-то 9. Это по риду. Обычно, блять, убивали собак просто и все. На свары закрывали, убивали собак. Пускай? Две собаки у нас оставалось. Пускай этот. Ну, у нас он, блять, уи не пришел. Кстати говоря, блять. Вовремя, блять. Короче, роги ханты оставьте на пулы, на когда улм активируется, и 4 вот этих пидерсии на пулите. А так не будете, потому что мы не спорим. Ришлин, забираешь, короче, короля и Киглера, воет, остаешься на собаках на трэш. Ришлин, твои трусы, король, там танчишь. Нет, ты это можешь, смотри, просто подальше поставить. Верона, ты тут? Вот. Смотри, ты говоришь, что мало урона прилетело. Мне так падло бежать сюда. Смотри, вот. Это что? Просто. Это вот кипящий крови урон. А, ну да. Ну, основной а урон-то 23 тысячи жертвоприношений. У нас хил первый. Ну, типа... А вопрос, а тут один, стоя в печеньке, 7 тысяч получил? Рыбу хавать я быстрее. Я же как понимаю, это же херня именно от босса. Все, сейчас король будет в другой стороне. Все, спокойно. Фулл баф дали быстрее парить и поехали. Все, сейчас убью. В принципе, урона по собакам хватает. А еще на ПВБ. Абориген. Отчеты. 5, 4, 3, 2, 1. Эх, блядь. Снова он открылся сразу. Звезду убиваете и печеньку убиваете. Одну забанил. Геру дали в пул ТПС. Рекурс.
Главное, звезды печеньки бить. Декорс. Мастер на тьму нажмете, у кого тьма стоит. Ага, скилкан, только еще его отель стоит. Нормально, все, звезду добили, босс пэх. Босс убьем. Давай, сокру. Нажми, измаут. Стопнули босса, слепоглаз не бьем. Ждем. Слепоглаза, поехали. По чуть-чуть смотрим за игру. Все, стопнули, слепоглаз не бьем. Стопнули, урон, стопнули. Киглер открылся. По киглеру поехали. Аккуратно смотрим за уроном. За крам аккуратно. Агро. Забери. Стопнули, короче, никто не бьет. Забери быстрее короля, пожалуйста, забери войд. Кто-нибудь, блять, заберите короля, нахуй. Стопнули, никто не бьет. Холм открылся. Холм, поехали, аккуратно без АУЕ. Звезду убиваете. И печеньку. Эту забаню, хуйню. Поехали с АУЕ, по-моему. Декурс. Звезду печеньку главное убить. Декурс. Шкенцы гимном, оно волк тотем. Сокру, да, мастер снова там бегит. Угу. Убивайте печеньку и босса. Все, боссы пошли бить. А вторую собаку? Не надо. Генерировать баунт, Ваня, сокру. Быстрее. Стопнули по Кволму, не бьем. Не было сокры и асбаунта. Сокра была. Айсбаунта зато не было. Блю, конечно, вы чё, рофлите? Я ж ни одну кнопку, что ли, не могу счет нажать? ГД он у меня. Айсбаунде. Вы чё, рофлите? Айсбаунда не было. На рейд не повешать. Да ты руники жмёшь? Я не знаю. Так. Для того, чтобы айсбаунд, блядь, работал, нахуй, тебе нужно 5 руников на босса ебануть. Руники на тебе висят 30 секунд. Если ты за 30 секунд не нажимаешь рунический удар, с тебя руники спадают. Соответственно, твой айсбаунд дается только на тебя. Mm-hmm. Чтобы дало минус урон по рейду, тебе нужно 5 ударов рунических сделать. Оттого 5 стаков. Один стак дает 2% урона. Сейва на рейд. 5 стаков 10%. Соответственно, если у тебя их нет, то нихуя. Ай, блин, пистолет. Что-то мне кажется, вторую надо было сливать собаку. Мы уже падали. Да нахуя вторую, блядь, сливать, если нахуй с двумя сокрой и с бандом всегда переживалось. Вот мы, блядь, в первом рейде все время так убивали. Оставляя две собаки.
А зачем вторую сливать собак? Две собаки переживаются под эйсбаунтом, вся кровь. Очень легко. И короче, получается, что посторонники не тыкал или что? Он до этого тоже, блядь. Мы перевели этого Олма, блядь. Ну вот, все выжили нахуй. Тоже две собаки оставалось живы. Две убитые. Фулбан, да? Блядь, цирк, ебан. Ладно. Давайте фулбан быстрее, все, заебал уже. Соберитесь нахуй. Прекращайте эту хуйню, блядь. Господи, нахуй. Я просто пиздец. Дерьмич. Рота подэконайте. Ой, что тебе не хватает? Не баф. Ты все равно начинаешь ничего делать, но я продаю. Сейчас я метки расставлю. 4, 3, 2, 1. Здесь метка не ставишь. Поглаз стырился, не бьем. Напуливайте пока слепоглаз. Все, поехали по слепоглазу, только аккуратно смотрите за водром. А, присты, которые дают финду, блядь. Никогда, никогда не давайте ее, когда около кроша. Около кроша находится слепоглаз. То, что вы ее даете, это равно смерть для нее. Сразу же моментально. Смысла от этой финды никакого нет. Лучше вон волм отдавайте, когда открывается. Стопнули урон, не бьем. Стопнули урон. Киплер открылся. Блять, на пул на реслин дайте. По киглеру аккуратно бьем, смотрим за игру. Блять, забери короля, Войд, быстрее, Войд. Ну господи, ну сука, ну... Забери агро, блядь, с Киглера, мы сейчас все умрем. Что ты делаешь, Эрислин, блядь? Куда ты его повернул, блядь? Господи, сука, убейте нахуй, это просто пиздец нахуй. Стопните, не бейте нахуй. Ужас, блядь, ебаный цирк уродов нахуй. Яша, дай бар по Милфханту. А, не, стоп, по Тедису, давай похуй на Милфханту. Поехали по крошу, аккуратно, сильно не вливаемся. Инер Музолей тоже сразу. Ребахнули пал. Дебаф выносим. Они у тебя огонь стоит? Да, я прожму. Огонь тьма стоит? Давай огонь и сокро. Больше ничего не надо, прохил. Тучкенцы гимном, ну, волк тут им быстрее. Волм открылся. Звезду поливаемся. И печеньку. Он там сел, умер. Понял? Не, вот звезда, короче. Понял, вопросов нет. Ёбки, блядь. На каком языке вам сказать? Вот я не знаю, вот вы смотрите, вы вот играете, какие у вас там аддоны там есть и так далее. Да я понял, умер от непрохила. Вот вы видите, что вы агро срываете, и там отмет, блядь, он желтым становится, у кого ДПМ там экран, блядь, краснеет нахуй. Вы, блядь, свой пятак вообще смотрите, что вы срываете игру, или вам похуй просто?
Звезда умрет там с печенькой, не? Хоть одна собака умрет или вайпаемся сразу? Хорошо, вайпаемся, падайте. Минус 2 мелишь, ДД бомба. Да, блядь. Ох, нету просто. Хули, ну на том, когда не так было, блядь. Собак вообще плохо было. Не убивала, блядь, рейд. Вообще да, не дамажила нихуя. Да не заупусь, блядь. Так аж. Так. Да при чем здесь это? Ничего не поменялось, понимаешь? Все так же, как и осталось. Просто в прошлый раз, блин, был баг нахуй, то, что в бане можно идти, было собак, и урон не проходил. Все то же самое, блядь, осталось. Просто вы тупые, сука, нахуй. Физуха упала, хант и рога, это физуха, блядь, и вот они не ДПСили, блядь. Единственное отличие, то, что у нас физурона мало. Все, блядь, это единственное отличие, на. Чем этот босс меняется? А то, что, блядь... Люди агро срывают, нахуй, умирают. Это ебаное животное, нахуй. Даже извиняться за это не буду, нахуй. А как они срывают, я не могу понять. Тем почему, более... блядь, я на Локи со своим агронабором, блядь, нажимаю раскол там, блядь, или стопаю, нахуй, блядь. Не рвусь, нахуй, какой-то хуйня, блядь. А вы хуярите, блядь. Хорошо, нахуй, сделаем сейчас по-другому, нахуй. Срываете агро, нахуй, кикаю с гильдии, блядь. Он говорит, дерьмич, сломанное агро. На короле сломанное. Заебало нахуй, реально, блядь. Ну, блядь, видите, что нахуй, ну, все хуёво, у вас, блядь, агро набирается, пиздец. Ну, не знаю, ДБМ показывает, красным там экран начинает подсвечиваться, там, блядь, эта иконка над боссом желтенькая становится, кто там на стандартном играет. Что там еще может быть? Там, ну, если это вы без кады, без омина играете. Сперли там тоже показывает. Чтоб агро на вас не сорвалось под закрытием, надо стопнуть до закрытия, когда он босс закрывается за секунды 3, блядь. И босс на вас не побежит, поверьте, блядь, проверено уже. Арислин, блядь, то же самое, ты проебал короля, блядь, и проебал в итоге, блядь, этого нахуй. Киглера нахуй. Этот Киглер разворачивается и хуярит по всему рейду эти молнии. Ты вообще адекватный человек? Ну, тут спросили, на паладина полиморф не кидает случайно? Да, конечно. На танк? Это, может, ну, конечно. Именно, что король за это и съебывается от него. Почему, блядь, я адекатанчил, на меня не кидался? Знаешь, почему на тебя полиморф кидается? Знаешь, почему кидается? Потому что ты, блядь, игрой, тебя срывают нахуй, и на тебя полиморф туда кидается. Вот конкретно срыв агра, блядь, и ты в тайминг попадаешь, на. Этого полиморфа. На тебя кидается полиморф, когда тебя срывают огонь. Вот и все, на. Я за ДК танчил, но мне не кидалось ни разу полиморф. Сколько уже? 2 или 3 КД я танчил. Короля и Тиглера, блядь. Ничего я там не нажимал, ни зеленки, ни хуя, блядь. Может бить. Не кидался на тебя полиморф. Первое открытие может не бить, чтобы он набрал нормальный урон. Там на открытии, наверное, 3, блядь. Не поможет, наверное. Да, он, в принципе, спол, может, там крылья. А, ага, еще дал поехать. 4, 3, 2, 1. Раньше времени применили. На похуй. А, стоим, курим, короче, вообще не бьем, пускай он упирает. Крылья нажми, блядь, я не знаю. На пул дайте в него максимально. По королю можете там задеть тоже, блядь, на пулом. Ты когда дамаг снижен, это бесполезно. Гнийство, плющина, плющина. Кинулся полиморф на него все равно. ТРГ не бей, ТРГ не бей. Вот. Ну все, согрелось. Я не знаю, что это. На него сейчас, реально полиморф кинул. Ну, может ДК тогда поставить, слышишь, туда? Это, а ты здесь типа агро сорвал хилом или что, я не могу понять, как это вообще получилось? Да, хилом. И его кинулся полиморф, да? Но типа агро сорвалось короля, хуже, а не... Блять, короче, Азерона, мне похуй. Иди, короче, делай что хочешь, нахуй, танчи киглера короля, нахуй. Спамил пешку, блять, лужу кидай, нахуй. Потому что это, блять, я не знаю, нахуй. Я не понимаю, что... Я не понимаю просто, что Реслин с агро, блять, как так, блять, хил срывает это, я просто хуй его знает. Разливать лужу, молотвайника, щит мстить. Понимаешь, там расчет на единицу от хила идет какое-то количество агро, и от хил идет в полном объеме, а урон, который наносит танк,
он наносит 1, 2, 3, ну вы знаете, дебаф минус 99%. Вот из-за этого, блядь, разница такая. То есть он хилом сагривает этого босса. Он дамага не может столько нанести, блядь. Кай Фенрир танчит, а если не будет, он танчит, все. Раньше, блядь, потому что ДК данчили его и друиды нахуй. Так, а что мне делать? Получается, а руки у танка сломанные, получается, ребят, ну это как не... Как играть? Да не, не танк там сломанный, блядь. Да не сломанный, босс, я сегодня с утра буквально, ну не с утра, днем, хорошо, я сходила в Пугарей магом и убила этих боссов с первого трая. Ну так, зай, зайди на танка и потанчи нам, ну блядь, он такая умная. Ну ты не видишь, что кидается, но ему сказали, что делать. Я иду и потанчу. Ну а Рислин тут не первый раз, ты зайдешь, так же обосрешь. Все, блядь, все, закройте, закройте, пожалуйста, рот. Закройте рот свой, пожалуйста, вот реально. Вы заебали меня за вот эти два дня, вот конкретно. Хуйней своей заниматься. Пошел, блядь, потанчу в первый рейд, все, пиздец, на. Нахуй тогда вопрос играете вообще на танк? Вон где в кресте метка стоит, вот тут видишь ямка есть, дичина, Азерон. Вот тут вот ямка есть, такое углубление, видишь, типа как, какая хуйня. Если откинет, вот так вот поворачиваешь немножко эту, и обратно разворачиваешься, восстанавливаешься крест. Смотри, главное, чтобы тебя спину не ебанули. Ну тут ямка есть. Нащупать ее надо, вот она тут, вот. Вот типа ты так упираешься. Вот прямо вот так. И тебя откинет вот этот бугорчик, который вот тут. Кидаешь лужу, лужу, пока докидаешь. ЛПшку, удар чумы, морфа. Мне кого приоритетнее? Киллера там? Тот, кто открывается. Пока они закрыты, бля, ты без разницы, кого тебе бить. Говорю, пока да, лужу кидаешь. ЛПшка, мор, удар чумы, руник, все. Все, все твои кнопки, потому что ничего тебе не надо нажимать. Можешь истерию поседать там вначале, чтоб набрать игру. Я типа так делал, когда открывались первые номер. А ты если сорвешь, боб посей, блин. Там времени на шмот не прошло. Да лучше прошло бы. Вы ничего не заслужили, честно вам скажу. А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1. Эх. Никого не бьем, ждем пока. Киллер открылся. Ну ж тебе говорил, лужи кинь, блядь. Кинь ЛПшку, забери. Отверни Киглера, сейчас ебанет по всему рейду. Ваня, не хиль, пожалуйста. Не знаю, бабл, нажми бот, нажми господи, сука, это пиздец. Кинь лужу, пожалуйста. Лужу кинь. Сраную ебаную лужу, смерть разложения. ЛПшка, удар чумы и мор. Все нахуй. И напуливайте на него ханты. Не, я просто не понимаю, я дал. Пока не бьем еще. Я дал одну ЛПшку в Киглера, ему нормально. Дал одну ЛПшку в короля, дал в него таунт, подошел, начал еще в него кнопки нажимать, он все равно срывается. Да забей, пока я ничего не делал. Да типа как работает? Ну, у меня все нормально, когда я танчил на ка работал. Не знаю, что у вас проблемы, блядь. По крошу поехали. Смотрите на игру. Дебаф уносит. Заебал, ты живая бомба покинуть. По волку достал, ну. Раньше волк не тебе. Стойте все печеньки, блин, и выносите дебат. Давай, нажимай. Прохил.
Прохил. Все, стопнули, крест не бьем. Стопнули. Не надо, блять. Если бы у вас кас летит, нахуй, когда я говорю стоп, вы, значит, его прерываете и не бьете, блять. Как слышно, прием, нахуй. Пошли по глазу, поехали. Не надо, блять, мне ваш ДПС, нахуй. ДПС, вот когда я говорю бить, нахуй. Топнули, по глазу не бьем. Переживали кассу. Олм открылся. Убивайте этот и вот этот таргет. Печеньку звезду. Звезду забили. Собаку под боссом забан. Геру дали фил ДПС, по-моему. Декурс. Мастер на тьму нажмете у кого там. Вот эти сутяем, тьма. И сакуру тоже нажмете у меня КД. Нажмешь сакру, май. Надеюсь, у тебя макрос на снятие сакры по себе есть. Если нет, то тогда бабнешь. Сакру и май. Термичка отбавься, да, 6 баллов. Да, давай, избаунд, бабл, эма, нажимай, сакра, быстрее. Стопнули по голму. Все нормально. Ну сейчас они исчезли, видишь. Собаки исчезли раньше, чем кас кончился. Это тоже рандом, понимаешь? Как не считаю это. Раз через раз. По ТКС я вешаю по КД. Дебаф, помочь? Да, все будет. Угу. Давай, нажимай. Прохил. Тучкен с одним на ману, волк с этим. Быстрее. Стопнули. Слепоглазы, поехали, полумесяц. Бак нитку. Стопнули, если по глазу не бьем. Стоп. Киглер открылся. Поехали по Киглеру. У меня не будет, заберите огонь. А нахуя на Киглеру кто-то нажимает? О, бля, я тупой, сори. Аспилот. Даже до имя тоже есть. У тебя тотем есть доля? Или да, есть. Бестия гимном, оно доля тотем. Дискон? Дискон. Сука. Господи. Ну, разлагает, сейчас разлагает.
тварь. Вроде когда все более-менее по игру стало. Стопнули урон по Кидлеру. Не бейте, забери Кидлера, пожалуйста. Олм открылся. Да бейте псину. А не, он не открылся. Это собак, блядь, то хуя появилась. А слепоглазу играйте. Слепоглазу бейте. ТРГ? Чё за хуйня? Так, 5, 4... Всё, стопнули, слепоглаза не бьём. Стопнули, не бьём. Чё за хуйня? Слепоглаз типа открытый чё? Ебать, забагалось. Прикольно, блять. Найс баги, нахуй. Крош открылся, по кресту поехали. Я все нажму. Угу. Баф уносим. Не слаб. Ну, забеги оттуда, да где-то крошу. У тебя на стака на руне? Фенрира прохил? Есть. Да, на стака на руне. Значит, моя Ваня. Фенрир, дай айсбан. Ну чё? Сверху. Стопнули, кроши не бьем. Стопнули руну. Полм открылся. Полму поехали. Звезду убиваете и печеньку убиваете. Эту хуйню забаню. Декурс. Декурс. Быстрее декурс маги, блять, Алена. Как ты? Печенька фулл. Больше максимально депса добавьте в печеньке. Физой. Вот ты ешь, блядь. Я жду именно, пожалуйста. А ты Эдис, твоя тьма будет без сопра. И дермич твой избал. Я скажу тогда, все, идите, босс, бейте, вижу печеньку. Сокру войду, да? Mm-hmm. Давай, нажимайте. Избал, нажимайте. Идет. Вот нихуя они не пропадают. Урона, они да. Пропадают прямо вот в этот. Они пропадают, потому что он жрает их костом. Ну а урона-то ноль, видел? Урона просто не пропадает. Кроша бейте, чё типа, блядь, кроша добивайте быстрее. И фул ДПС попробуй. Вот залечь на хуйню. Самый противный. Каст. Да хуй знает, да. Секунд стал. И бах мутить. Сильно вылетел. У меня вроде будет. Вроде, блядь. Ну, сейчас покажешь, наверное. Давайте добавьте урона, блядь. Еле-еле бьете. Осталось у нас 10 секунд. Да, не успел. Блядь, не успели 3 секунды. 2, 1. Не успели. Стопнули урон, хорош. Киллер открылся. По киллеру поехали. Там ману хотят всего некоторые. Волк тотем есть. Волк тотем и этот тучкенцу гим быстрее. Бестия гим доля тотем. У меня КД 5 секунд. Ну, заранее дальше. Да, еще не ловить один очки. Дал. Давай. Да, давай. Ну, да, блядь, сплю просто.
Стопайте по киллеру, убить. Он открыл звезду бить и печеньку и начали трогать. Любовь. Остальное по полному проекту, наверное. Блэкбокс. Бастер Сократ качили? Да, ну, да. Больше урона попечки. Или порс. Все отлично, идите басуми. Вот эти нажмешь ума, ой, дашь сокру и этот дермичит баунд. Я скажу когда. Нажимайте все. Они рил пропали. Они пропали. Видишь, реально. Видишь, раз через раз пропадают. Я же говорю, по киллеру поехали. Изи короли получились. Может из ЭКС? ЭКС всегда висит, ребята, блядь. Ну не несите чушь, пожалуйста. ЭКС все время висит. Я его держу, блядь, с начала пула. Или понимаешь? Всегда. Всегда. Не знаю, я тут одного лока, блядь, который виноват. Трипл Сикс у него ник, по-моему, что-то такое. Стопнули по киклеру. Трош открылся. Добивайте, прошу. Каш. Убьем там канини. Видите, собак пока осколки, там можно фрагменты хранить. Чё у нас по ОМ 25%? Гера плюс есть. ОМ откроется, вообще по ОМ сразу поедем, собак не бьем. Кто там не декорсит кому-то минусы? Ну чё, посмотрим. Конкретно же пиафты. Вот нет проекта. Кто пишет, зачем? Затем, что, блядь, все декурсят. Нет, тоже декурсишь нахуй. Ты особенный лацин или что? Скажи мне. Берешь, тоже декурсишь нахуй. В чем проблема? По киллеру поехали, киллера добиваем. Почему другие должны это нет? Чем быстрее вы дискурсите, тем быстрее вы втроем сможете ударить условно. Промежуток времени. Да? Чем быстрее вы для курсите, тем быстрее, соответственно, блять, ну тем меньше урона заходит. Логично, логично. Подведите олма, если согласны друг другу. Зачем? Давай, Ватсон, поспорим, что можно при этом бить и еще декурсить, нахуй. Давай поспорим, ну. Хочешь? Какой слепоглазый, подведи, блядь. Кого ты слушаешь, нахуй? Веди слепоглазый отсюда, блядь. Милики, блядь, сейчас сорвут. Хилки, не? Сейчас сорвут огром у него, блядь. Начнется, нахуй, веселье, блядь. Не надо, нахуй, я все, так, блядь. Да все, еще... все так, делаем и все. Мы потом за следующий раз убьем. Все, Герман, танец не с полом. Полм бьем, на собак забили хуй. Я собак, главное, забить.
какие-то. Набивайте по голове. То же самое, как скоробей, блядь, не бить на нуле. Ужасные рейды, ужасные. Мелики не ждете, не подходите. Волк, есть кто там? Тышкенцы, давай один из волк сотаем. Мне кажется, эту магу пизде надо. Да дети, бейте, милый. Чары. Сейчас готовьтесь отходить. Милики, отошли, а то в овце будете. Отошли, отошли. 10 метров раньше от босса. Все, идите бить. Да 10 метров раньше от босса, сука, а не 30, да. Заберите на босса, мертва будет. Уже. Сидеть, нахуй. На муровка постоянно. Босс на дивоид. Че? Ты протопал. Ты че, там агра видел сколько? 2900. А, у Феста 1000. Ладно, я отошел. Там он не догонит, хоть час можно сбить. Похуй на грозь убьет. Ты не убьешь. Ты же хилишь, блядь. Чего ты взял? Хоть ты не хилишь? Нет, конечно. На все ковыряет. Хоть и весь рейд остальной. Почти. Эй, нет. Что там, кстати, блять, я проебался? Тьма. Собак просто заберите и в мелизоне пускай этого ее, блядь. На опять. Меня видно. Собак заберите, по-моему. Вместе нас. Дайте чё, помоги. Там войту, блядь, ебало ломается. Стар. Дай я шейнер по кнопке. Чё у меня тут? Как дела? Войт скоро умрёт. Не, нихуя. Хочешь поспорить? На полтинник одна. Я обычно не успею, да? Не обычно еще. Ну все, еще Иван подведется. Это был рофл, если что, понял. Еще ревность не осталось. Ну, видишь, даже не топ. Да, повезло тебе. Ну да, да, точно. Как же изи вообще, ебать. Ага, блядь, где мы были до этого? Давайте я дотнул сразу. Пусть. О, голова доли. 5к, 8к, блядь, 10к.
Да, понятно. Чего? На лука говорит роли. Жить не будет. Уничтожила 8к. Смаги, да заходи, ты... заходи, я жду. Сейчас разролят тут и потом смайк. А, блядь, кумака 9, ну. Блядь, вы долго думаете, нахуй. Трипл сказал, типа, с магика заберем. Десять кафе в Рокстар. Ты на поезд десятку. Ты за поезд десятку отдаешь? А, за поезд десятку. Окей, кумак, это 9 тогда. Отдай кумак, это же. Там 10500. Нихуя себе. За вот этот поезд могу. Да он объебался, бля, это... За поезд 200... Подожди, 50. Не ловится 50 за поезд. 250. Не того. Зачем ты ставил, если тебя не перебивали? 50. Ее перебили на 200. На 200? Кто? Ну смотри, там кто-то был. Это не кто-то, а волк был. Здесь. Волк. Ладно, окей. Так, здрасте, еще раз. А, печень, кто забрал первую? Кумака 9000. Дальше. Фенрир 10. Там 10 ты 3 представил. Ладно, я дам Фенриру, пускай он танчит. Там ставил 8 Ваничева и 10 трипл. Да можешь опаться, Ваня, не львай спать, я тебе накину. Да не мне обмен, блять, а Ваничели обмен, Ватсон. Я ж отдал ему уже. Кумка-то ибо на девятку, нахуй. Че, реально? Я спросил за печеньку, сколько ты ставил, он говорит, кумака 9. Печеньку триплекс давал 10 сходу, тут же, первой ставкой. 10 тысяч. 10 ЕП он давал, блять, а не 10. Он 10к написал трипл. А, 10к. Ну, потом написал. Блять, вы заебали, короче, верни кумак эту нахуй, заново эту печеньку. Делите, блять, заново. Делайте ставки заново, это первая печенька, которая... 10500 уже, вот кумакет такой забрал. Кумакет, окей, еще 1500 кумакет сниму. 10500, короче, кумакет. И ваничели обмен. С токена. Жезл. Господи, блядь, пизду нахуй. В среду, короче, сначала обычки будут, потом... Груль. Обычки только маги груль, язык, скорее всего. А может цикл, не знаю, посмотрим. Понятно, паролила. 8к, бать. Ну, давай обмен. Тринкет. На МП5. 8к, бать. Какой оф, блядь? Вы чё, прикалываетесь? Оф, блядь. Оперу убить еще надо сначала. Там еще ты говорил про Венесео, что-то он там брал. Ничего, ничего не брал. Окей. Ничего, должен был взять токен, блядь, но там его перебить. Я его не снимал. Доля обмен за 10. Дальше. 10 рук. А танхил надо тебе? Окей, давай, блядь, ворога одевается хотя бы. А так у тебя же такие же, нахуя они тебе? На ПВП заебал, что да, реагил, ясно, понял. Ну, блин, давай обмен. Печать последняя. Нихуя. Сразу схода 10к, не церемонится. Нормально. Я заплачу. Не, можешь, конечно, поставить 12. Давай, прям. Жёсткий пацан. Похуй. Типа, на морально, нет, блядь, я за 10 заберу. Ну, давай обмен. Фром Рокстару 11. Да. Сейчас, типа, дам секунду. Так, за магика. Сколько там, блядь, 1000? Не, подожди, 700. И 500, это... Там шлем, видишь, хотят. А ты его отдал, что ли, долю? Кого?